Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Я верю в чудеса» и с вами Марина. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу поделиться с вами своей очередной посылочкой от компании «Ивраше». Значит, бланк, по которому я делала заказ, выглядит вот таким образом. Это уже многим знаком этот бланк. В подарок шла пилочка для ног. Кто не хочет получать именно такой подарок, можно было выбрать на выбор. Значит, я скажу номер бланка 9 рик 6 ра 12, или можно 9 рик 6 ра 80 или 90, изменить на конце две цифры. 80-90 – это общедоступные бланки, это если кто не в курсе, кто не знает. Значит, я вместо пилочки выбрала себе подарок. Так, плюс здесь еще шел дополнительный подарок. Значит, первый подарок можно было выбрать на сумму, сейчас я скажу, на сумму от, вернее, до 1450 рублей. И второй подарок, особенный подарок, продукт стоимостью до 3100 рублей на выбор из каталога. Значит, давайте продолжим. Давняя моя хотелка, то, что я хотела, вернее, ну как сказать давняя? Давняя с тех пор, как появился этот аромат, я его так и захотела. Как, вернее, ну как сказать, я видела у многих девочек, и в основном за границей, этот парфюм, он уже был доступен. Это новинка. Это новинка из тех ароматов, которые сейчас вы видите на каталоге. В каталоге. Там сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вообще 9 вышло ароматов. Но к ним еще прибавился один Вуаль де Окре, охровый вуаль. Значит, среди этих ароматов отсутствует аромат с ирисом. Многие говорят, что этот аромат уже снят с производства, но я в бланк, вернее, в каталогах у девочек вижу, в обзорах. Некоторые пытаются сказать, что якобы его снимают с производства, пытаются так большими партиями, как говорится, закупить его. Но на самом деле я когда делала заказ, мне попалась такая хорошая девушка-оператор, я через оператор заказывала, и я спросила еще. Это было, наверное, месяц. Ну, короче, я не знаю, довольно-таки хорошее время уже прошло. Я спрашивала, я говорю, вот говорят, что будут снимать вот такой аромат из новой линейки. Она мне сказала, я говорю, ну, ходят такие слухи по интернету. Она мне сказала, говорит, да вы что? Так как эта линейка ароматов, она только вышла, она только год, по-моему, да, или сколько, я не знаю, по-моему, в том году осенью она вышла, эта вот линейка ароматов. Говорит, конечно же, ее не снимают. Ну, просто это, знаете, как мне кажется, это все-таки какой-то рекламный ход, чтобы просто протолкнуть вот эту новинку охровая вуаль. Потому что, допустим, если не отдавать должного внимания какому-то новому продукту, да, если не рекламировать, это, еще раз говорю, это мое мнение, то он просто затеряется. Ну, просто нужно было его, как говорится, поднять рейтинги на этот парфюм, чтобы его заметили, чтобы заметили, что это именно новинка, и разрекламировать его, я так думаю. Вот, так что, и мне так кажется, это, ну, в принципе, все уже знают, да, догадываются, что вот эти ароматы, они уже сделали перезапуск и немножко чего-то нового добавили в эти ароматы, перезапуск старых ароматов, которые были, вот у нас линеечка была, вот эти, помните, Secret de Sens, вот это вот ирис, потом жасмин, ваниль, как она, черная ваниль, ваниль нуар, да, потом нероли, что-то там вот еще, снятые когда-то вот это, какие-то там еще ароматы были, ну, короче, по большому счету это замена тех ароматов, и немножко что-то они так усовершенствовали, и произвели как бы новинку, потому что каждые 3 месяца по закону вот этого вот косметического маркетинга, да, если так можно сказать,
компания должна, любая компания, не только Евроше, любая косметическая компания должна обновлять свои продукты. Либо менять упаковку, либо что-то перезапускать, что-то новое, либо делать совершенно новое. Так что вот так, это, мой хороший, было такое небольшое отступление от моего заказика. А сейчас давайте перейдем к самому, к основному заказу. Итак, значит, давайте еще скажу то, что как я познакомилась с этим ароматом. Этот аромат я видела у девочек, я вот начала говорить в начале видео, я видела у девочек за границей, в основном они и заказывали и вслепую так, да, без затеста, и заказывали с пробниками. Я сколько делала заказы, сколько звонила, бесполезно. Нет ни в бутиках, нет ни по заказу, нет пробников вот этого аромата охровой вуаль. Я говорю, ну как так? Я говорю, за границей уже даже, не то что за границей, уже даже, как говорится, ближний зарубежье здесь, на Украине, девочки показывают и уже вовсю там присылают пробники. Нет и нет, и нет, и нет. Я говорю, да что ж такое? Ну тоже, извините, знаете, у нас у всех разные вкусы, и поэтому заказывать тоже без затеста. Я понимаю, там, если бы стоило какие-то копейки, да, аромат все-таки, тем более, смотрите, здесь вот в каталоге она, цена отличается от других ароматов. Здесь, допустим, можно было выбрать любую скидку вот по этому бланку, вот, который вы видите, да, а цена стоит именно на этот аромат, как говорится, в кружочек введена, все, только эта цена и все, 2899 рублей. Ну, я не знаю, если бы хотя бы был бы другой какой-то, как сказать, если, допустим, эта линейка была представлена в туалетной концентрации, да, воды, а этот аромат охровой вуаль, допустим, отличался бы, допустим, в концентрации парфюмерной воды или духи, да, что его так отличало. Ну, чтобы что-то, что отличало бы его от другого, или флакон, или запах, или что-то там, что еще можно изменить. Нет, они почему-то именно поставили вот эту такую большую цену, типа, хотите, покупайте, хотите, нет. Так вот, сделала как-то я заказ, и все-таки удалось мне заказать этот пробник. И вы знаете, и этот аромат мне понравился сразу. Понравился сразу, и я решила, думаю, что я должна его заказать. И вот я не помню, как-то я вам показывала, что у меня я заказала, делала заказ, вернее, и хотела заказать совсем другие позиции. Но так как девушка предложила мне по хорошей цене, ну как, относительно хорошей, да, если считать, что эти миниатюрки 10 миллилитров, они идут по, там, я не знаю, сколько там, почти до 1000 рублей доходит. Это вообще сумасшедшая цена какая-то за такой, за 10 миллилитров аромат. Вот. И я еще раз повторюсь, да, если были бы красивые флаконы, что-то такое, что действительно некоторые, знаете, покупают, вот коллекционеры, да, покупают что-то в свою коллекцию ради красивого и флакона, и ради красивого аромата, который, как говорится, облачен, да, вот этот... Вот этот аромат, короче, помещен в такой флакон. Так нет же, они вот в такие маленькие малютки. Вот я, ну, короче, делала заказ, и мне девушка предложила по 629 рублей сделать, значит, дополнение к аромату. Я говорю, нет, спасибо. А потом в конце подумала, ну, давайте. И, короче, я отменила две позиции и заказала вот такие две малютки. Вот такие две малютки по 629 рублей. Значит, этот аромат, во-первых, мне понравился из пробника. Во-вторых, этот аромат мне понравился уже после того, как он пришел ко мне. Вот эта вот миниатюрка 10 миллилитров. И я решила заказать себе в 100 миллилитров флакон в свою коллекцию. Итак, мои хорошие, давайте начнем. Я заговорилась, но ничего страшного. Значит, вот вы видите, вот такая вот красивая упаковочка. Красиво, да, но если бы еще был бы флакон, шикарный какое-то оформление в таком восточном стиле, знаете, что просто можно было бы. Еще, знаете, я что хочу сказать? Ну, все равно, вот многие говорят стойкие, но нет такой стойкости, которая, допустим, вот она пахнет 2-3 дня. Помните, как вот раньше в советское время
Наши мамы говорили: «Ой, это французские духи», и все, неважно какие, просто французские духи. А в нашем понятии было, как говорится, подразумевалось то, что если французские духи, то они могли пахнуть неделю, две, три, если кому повезет, даже месяц, да? Так что вот такие вот дела, мои хорошие. Ну, не знаю, стойкость у них средняя. Вообще, ну, как вы знаете, если ароматы легкие, легкая такая, да, концентрация какая-то, вот не концентрация, но легкие ароматы цветочные, какие-то морские, тропические, они меньше держатся на теле, на волосах, на одежде. А если, конечно, такие тяжелые, как вот новый жанр, вот эти сладкие ароматы, там вот Cure de Nuit, то, естественно, конечно, они вот такие более амбровые или более пачулевые, или более сандаловые такие, они, конечно, держатся долго. Значит, по поводу вот этого аромата. Я вчера смотрела там у одной девушки про парфюмерию, значит, она пишет, что типа ей не пахнет никакими огурцами. Я говорила, да, то, что очень многие говорят, то, что пахнет огурцами, да, этим вот рассолом, да, вот из банки. Огуречным рассолом. Да, действительно, мне пахнет огуречным рассолом. Мне... А у одной девушки вообще смотрела, это еще давно я смотрела, она тоже распыляла. Говорит: «О, боже», говорит, «это огуречный рассол, просто огуречный рассол». Я соглашусь. По поводу того, что кому пахнет рассолом, кому нет, это не то, что там, как сказать, кто-то врет или нет. Нет, на самом деле у нас разное, как говорится, разный подход к обонянию, кто-то именно чувствует, кто-то нет. В каком плане разный подход? Допустим, кому-то, например, в аромате, допустим, нет корицы, а кому-то чувствуется корица. А кому-то, например, что-то вообще сандал какой-то, понимаете? У каждого у нас восприятие вкуса разное. Так что на каждом человеке даже парфюм раскрывается по-разному, да? Так что вот так. Значит, мои хорошие, я вам просто покажу, что какой был у меня заказ. А потом мы с вами, значит, у меня здесь будут еще новинки. Новинки, которые я очень ждала и хотела попробовать. И в следующем видео мы с вами будем распаковывать ароматы. Не именно вот этот аромат я уже рассказывала про него, да. Ну, я рассказывала так вскользь, тоже, когда заказ делала, вот эти вот малютки, да, вот я вам просто рассказывала. Значит, которые новинки именно для меня будут, я выпущу следующее видео, мы с вами посмотрим, будем открывать, будем слушать ароматы, и я поделюсь своим мнением, что именно я чувствую в этих ароматах. Значит, заказ мой состоял из вот этого аромата. Так, ароматы, номер бланка я вам сказала, да, просто сейчас посмотрела, забыла. А то девочки потом пишут мне в комментариях, скажите номер бланка. Так, значит, аромат был со скидкой куплен в 50%. Обошелся он мне 2100. Полная его стоимость 4200. Значит, дальше, что я купила? Дальше у меня был... Так, подожди. А, вот, стоит, я не вижу, я тоже говорю, что-то я заказывала, что-то не только одни эти духи. Значит, дальше тоже моя давняя хотелка. Я знакома с этим ароматом, но я решила попробовать молочко заказать. Молочко Evidence. Так, давайте, наверное, немножечко, чтобы так вот видно было вот этот ароматик, да? Значит, молочко Evidence, парфюмерное молочко. Вы знаете, оно такое интересное, оно такое... Ну, вы знаете, да, у Evidence несколько ароматов. Там и Intense, и туалетная вода, и парфюмерная. Они все отличаются. Сейчас уже там в том году, по-моему, вышел Mon Evidence. Очень интересное звучание такое. Знаете, какое-то даже... Вот я чувствую здесь какая-то древесность. Хотя на самом деле, по-моему, деревяшек-то здесь нет. Вообще, вот эти парфюмерные лосьоны, они немножечко отличаются от ароматов. Но здесь просто написано Com Evidence. Значит, это от парфюма, получается, запах идет. Вы знаете, да, туалетная вода и
Парфюмерная вода Evidence, как явность, они отличаются. Кстати, есть еще и духи. Есть духи просто в квадратном флакончике, духи с обыкновенной крышечкой, такой квадратной. А есть духи с грушей. Вот только я не знаю, груша, я имею в виду такая брызгалка, пульверизатор груши, не нота груши, а груши я имею в виду. Так вот, я не знаю, мне так кажется, по-моему, их перезапустили, переупаковали, допустим, вернее, говорю, допустим, по-моему, переупаковали, поменяли упаковку, и вместо вот этой груши пульверизатора, по-моему, сейчас уже сделали вот эти духи, которые маленькие, 30 миллилитров, ну, вы все знаете, у меня просто их нет в коллекции. Вот, и я не знакома именно с духами, именно духи, так они и называются, духи, не парфюм, а именно духи. Вот, поэтому, ну хотя по-французски они так и пишутся, парфам, да, это вот духи. Хотя здесь тоже написано «Eau de parfum», вот в Ухрываль, да, ну вот имею две тальники. Не знаю, короче, так значит, Evidence там так и пишут, духи. Так, на русский манер я имею в виду. Дальше, мои хорошие, что было в моей коллекции, в моем заказе? Это был весь мой заказ. Значит, заказ состоял из двух позиций, остальные пошли подарки. Значит, подарком первым вместо пилочки я себе взяла духи. Вернее, ну не духи, а парфюм. Парфюм Маной. Вот так вот давайте поставим. Парфюм Маной. Это туалетная вода. Кто не знает, эта туалетная вода, она только продается в интернете, в интернет-магазине. Ее невозможно в каталоге приобрести. Я уже сколько спрашивала, говорю, почему? Они говорят, ну вот потому, потому что сами не знают, почему. Скидок на них никогда не бывает. Я не знаю, почему они выбрали именно вот эту туалетную воду, почему именно выбрали, что она должна продаваться именно только в интернете. Но вообще какая-то позиция компании Евроши, я не понимаю. Они, допустим, какие-то продукты включают в каталог, какие-то нет. И в основном в каталогах у них повторяющиеся вот какие-то одни и те же продукты. И, ну, не знаю, какие-то выгодные предложения. Или даже те же самые лимитки, они никогда не печатают вот в этих каталогах, которые перед вами стоят, да? Я прошу прощения, у меня голос садится. Так что, мои хорошие, это тоже новинка для меня. Именно для меня. У меня есть, я покупала солевой спрей Маной. Вот такой вот. И я тоже сделаю отдельное видео по поводу вот этих Маной. Именно с этим ароматом я не знакома. Мы с вами будем его открывать и нюхать, сравнивать со соляным спреем. И что интересно, я вам скажу, вы даже не поверите, что, ну, я не буду сейчас говорить, я скажу в другом видео, потому что это видео не про Маной. Я вам расскажу в другом видео, что для меня было открытием. Я просто обалдела, если честно сказать. Я извиняюсь за свой такой жаргон. Ну, по поводу Маной, да? Так, свет немножечко вот так поярче сделаем. Так вот, этот Маной для меня было такое открытие. Я вам расскажу в следующем видео. Пусть это останется маленькой такой интригой. Я приглашаю вас к просмотру на следующее свое видео. Поговорим, и вы мне тоже напишите свои впечатления, свое мнение. Значит, у многих девочек приходит этот Маной кому-то в белом, кому-то в коричневом флаконе. Я не буду открывать, мы с вами откроем, посмотрим и поговорим. Значит, это был первый подарок мой вместо пилки. Вторым подарком я выбрала вот такой ароматик 30 миллилитров. Там можно было выбрать до 3100 рублей полная стоимость. Это Eau de Minuit 30 миллилитров. Это вот такая вот у нас будет с вами миниатюрочка. Не, ой, миниатюрочка, говорю, не миниатюрочка, малышка в 30 миллилитров. Это был второй подарок. Это тоже для меня новинка абсолютно. Я вообще не знаю. Я просто заказала. Конечно, за свои деньги я бы не заказала. Я знаю, что там есть нотка ириса. За свои деньги бы я, конечно, не заказала бы. Но как в подарок мне хотелось попробовать. Так как, например, вот я новый жанр заказывала себе. Я его заказывала без затестов. Просто я знала, что там будет пачули. И по отзывам девчонок я видела, да, смотрела, что... Так, секунду.
Так, мои хорошие, просто вышло солнышко, поэтому я думаю, что чтобы напряжения такого не было на глаза. Вот, и я решила вот при таком дневном свете, не то что дневном, у меня еще и лампа горит верхом. Ну, просто здесь вот у меня маленькая подсветочка, я ее выключила. Значит, и думаю, в подарок я решила его попробовать. Этот аромат тоже не знаю, тоже будем с вами открывать, тоже буду делиться впечатлениями, так что тоже приглашаю к просмотру. Посмотрим, что из этого получится. И третий подарок я выбирала там из трех. Там было можно было выбрать три вот таких вот крем-геля для глаза, под глаза. Там были не гели, а крем, да. Вот я выбрала лифтинг вегеталь. Тоже не открывала, еще не знаю. Откроем, тоже посмотрим. Так, мои хорошие, ну вот и в подарок пришли мне тоже вот такие три пробника. Я до сих пор не понимаю, вот зачем присылать вот тоже охровый вуаль, вот это Мон Руж и что у нас там, Плейн Солей. Тоже не понимаю, в этот раз тоже какая-то девушка попалась мне непонятная. То обычно на выбор, то здесь она какая-то... Не стала спорить я с ней, короче, думаю... Все равно ничего нового не пришлют. Я говорю, из новинок что-то есть там, вот, которые мята или что, вот обновленный уход, там вот ничего нет. И, ну, короче, я не стала спорить. Я говорю, зачем напрягать человека, да, правильно? Значит, вот так, мои хорошие. Ну и, конечно, вот журнал. Журнал перед вами один стоит, а другой вот у меня был. И прислали вот и журнал. Значит, вот весь мой был заказ. Будем в следующем видео с вами тестить. Мне очень интересно посмотреть, понюхать и попробовать вот эти ароматики. Не знаю, потому что я еще раз говорю, видите, да, как охровая вуаль. Кому-то огурцы чувствуются соленые, кому-то нет, маринованные вот эти, да, рассол. Так что поэтому я хочу поделиться с вами своим мнением на этот аромат. Посмотрим, понюхаем, затестим, попробуем на зуб, как говорится. Так что заходите, посмотрим и обсудим. Все, мои хорошие. Спасибо вам большое за то, что ставите лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. И ставьте, не забывайте колокольчик. Все, увидимся с вами, как всегда, в следующем видео. Говорю вам до свидания. До новых встреч. Пока-пока, мои хорошие.